часто являлся этот сон. Я стоял где-то высоко, на башне или на горе. Это всегда случалось. Есть еще одно дело. Мы знаем о Портурнаксе. Хорошо. Нам нужна была его помощь. Теперь же не нужна. И ему давно пора заплатить за свои преступления. И он не просто дракон. Он был правой рукой Алдуина. Он совершал такие злодеяния, что их помнят поныне, спустя тысячи лет. Он должен умереть. Он заслужил смерть. И именно тебе предстоит его убить. Пока он жив. Что ж, прости, но мы нарушим клятву клинков, если будем продолжать помогать тебе.